Деловая программа сменилась праздничной. Рядовые специалисты, начальники отделов, главы администрации. В таком составе они собираются вместе только раз в году. День местного самоуправления в стране празднуют в пятый раз. Торжественная встреча – повод подвести итоги работы. Глава республики отметил, что чувашские деревни и города становятся все более привлекательными. Улучшаются и социально-экономические показатели муниципалитетов. Жители Чувашской республики с доверием относятся к органам власти по охране общественного порядка. Нам важно вместе с вами иметь постоянно обратную связь. Когда мы постоянно находимся в диалоге с жителями Чувашской республики, гражданами Российской Федерации, когда мы имеем достаточно объективной обратной связи и информации, всегда легче принимать управленческие решения. Если Россия сильна регионами, то Чувашия – муниципалитетами. В районах продолжают разрабатывать программы развития на годы вперед. Власти Мариинского Посада делают ставку на туризм. Буквально на днях мы провели совещание, на котором определили места, значит, представителям бизнеса, которые в туриндустрии хотят предложить свои услуги, значит, в маршруте туристическом. Мариинско-Посадский район не затеряется ни среди других муниципалитетов никак по туризму на 2017 год. Наверное, как и все другие районы, планом громадье. Прежде всего, мы участвуем в программе «Моногород». Хотим защитить свою программу. Еще одна задача на местах – благоустройство территорий. В ближайшие годы необходимо ликвидировать стихийные свалки. Это проблема большинства муниципалитетов. Наверное, в каждом сельском поселении есть какие-то несанкционированные свалки, но в нашем поселении мы решаем это уже, как решаем? Решается. Вывозится мусор каждый год. Проблем таких почти нет. В Порецком районе продолжают готовиться ко Дню Республики. Перед гостями со всей страны, отмечает глава, муниципалитет предстанет во всей красе. В селе Порецком есть так называемая историческая часть, поэтому мы эти здания сейчас еще раз доводим до того логического вида, который они должны быть, чтобы они встречали гостей своим прекрасным историческим обликом. Порецкая – это родина великих генералов, от великого академика кораблестроителя Алексея Николаевича Крылова. Есть определенные дизайнерские задумки. Отличникам муниципальной службы вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия. В списке награжденных больше 40 человек. По традиции на сцене объявляют имя лучшего главы муниципалитета. В этом году им стал Леонид Кошкин. На посту руководителя ему удалось вывести Кильдюшевское сельское поселение на лидирующие позиции. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.